О, тут ЛуАЗ у нас сломался. Ого, патрол. Чуть не проехал, называется. Да. Патрул сила. Так, Нива по правильной траектории. Сейчас и мы там поедем на задке. Так, Макс. Ну, тут УАЗу, конечно. Сложностей никаких. Макс, тормоза, прием. Блядь! А ты когда в лагерь приедешь? А то тебе мало шлем тут это отдать хочешь. Вот тут, где УАЗ сломался, место сейчас, кстати. Мы его начали, эвакуацию его. Сейчас я на заднем приводе. Хватает мегауазя заднего привода. Вот Нива. Сегодня очень много машин на любой вкус. Следующая тут. Сейчас подойдем. Я только как-то стану, чтобы можно было вылезти. Или объеду Вову сейчас. Так, вот такое здесь движение. Машины на любой вкус. Сильвера, БТРы, колеса. Бородач на унимоге. Две шишиги. Ну что, тут проблемы, да? О, тут веселое место. Это Вова. Ступенькой не хватает. Да, тут хорошее место, веселенькое. Скорости, а на первой не хватает. А на первой, да, на второй тяги не хватает, да, а на первой скорости, да? Да, тут хорошо. Вова, фолловерам привет передай. Ай. Вова жесткий. Вова очень жесткий, ну вы все сами видите. Не мог с той стороны, он уже бородача, видите, стоит. Слепой говорит, лебедку давай. А я тут проеду на заднем? Теоретически да, вот своим ходом или нет. А, если что, перенесут, да? Это зеркало, а у бородача уже отдельно. У бородача зеркало отдельно. Бородач в руках. Свой трильяж у него. Зацепил бородач. Точнее, Вова за бородача зацепился, и все хорошо. Так, а кто следующий? А как мне перейти на ту сторону? Блин, я, кажется, упал. Ты такой, как я, дай только морду. Подожди, не-не-не, морду не надо. Не, ну камера не упала. Я чуть-чуть упал. Блин, тапочек забыл. Всеобщее оживление. Вы больше радуетесь даже, чем возле торгового центра, когда машины утонули. Ёб, блин. Как-то тут теперь уже можно не бояться спокойно идти на ту сторону.
Макс, покажешь меня фолловером сзади? На, тут онлайн идет. На, можешь. Сзади. Да так все нормально, можно еще в кино сходить. Можно в кино, да? Да, да, в кино все, пойдешь. Все, я пошел в кино, на ту сторону иду. Так, ну что, патрол. Сейчас узнаем, патрол круче шишиги или нет. Едет круто очень. Хоть и длинный. Ого! Нет, тут ступенька нереальная, все сами видите. Лечик, назад надо, вперед на башню. Ты не видел? Ты не видел, что я только что исполнил? А что ты делал? Я сначала поправил зеркало, где оно осталось у меня в руках. А потом разогнался, нажал на тормоза и поднялся так на передних колесах. Что? Что ты за кран возишь на крышу? То не крыша, то луаз на покатуху я взял. Сейчас я зрителям покажу. Сегодня луаз со мной на покатухе. Классная шпаклевка. Классная шпаклевка, говорят. Сейчас в вольброде будем купаться. Опять по канату будет? Да будем все сегодня. Уже я так будем все. На остров, да? На, да, потом на остров. Пока не весь. Можем, да. Мальчик, отойди, ты закрыл экран весь телом, блин. Ого, тело какое у тебя огромное. Давай. Патрол на лебеде, смотрите, как едет. Блокировка задняя, передней нету. Но едет круто. Бородач говорит, едет не машина, а едет человек. Что там у тебя с ногой, что-то, блин? Что с ногой? Как-то слабо ехал этот раз. Правее, конечно, надо было. Там ступеняка бампером уперся. А, тут механика. Пускай размотана еще. Механика, да? 4,2 патрол. Так. Ждем сейчас Нива. Колеса тебе надо менять. Так, ну Макс идет. БТРовские колеса, кто там не верил в БТРовские шины. Так у него клиренс. Там не, ну тут клиренс вообще нереальный. Ну смотри, он сейчас он тут не сядет. Не сядет. Вот видишь? Потому что клиренс. Да. Красава просто. Смотрите, это кто там БТР. А Макс сейчас поедет на мегауазе на моем. Унизило всех. Яна за рулем. Без проблем вообще. Сейчас и луаз вы мой увидите. Для тех, кто смотрит онлайн. Луаз, не УАЗ. УАЗ и луаз все вместе едет. Вон Макс едет ко мне. Точнее, к нам. Не помню, какие там понижайки включены. У меня две. Так, ну вот и Нива. Самая крутая. Чувак под Мельдоне. Вот и Нива на всех блоках. Он так не садится на раз-два, так что. Он уже, наверное, не выскочит сам. Что-то выбило. Блокировка, наверное, умерла. А вот и мегауаз. У меня на дистанционном. Кто? Не. Подожди, мальчик. Проедет.
Назад! Подожди, не отвлекай меня, не отвлекай. Тут мальчик, мальчик. Ну, за вас может. Ну, почти. Юрик, ну не это, что ты делаешь? Не, на заднем приводе мы сегодня. Тут на полном неинтересно просто. Ну, хорошо ты трассу готовит, шикарно он. Причем мы едем после всех за... Попробуй назад выскочить до конца. Что, лебедим? Подтянем? Нормально. Макс, Макс, красный рычаг вперед и назад коксу полный газ. Сейчас. Красный рычаг вперед. Это одна пониженная. А на себя две пониженные. Не. Сейчас подтянем. Да, Фронтера редко у нас тут. Давайте на вопросы пока отвечу. Чем тянуть? Да он же не сидит, его чуть-чуть подтянуть, вот где ступенька и все. Сейчас подтянем. Давайте, кто не в курсе, мегаваз на заднем приводе кардан снят, передний, поэтому так он немножко. Макс уже вдоволь накатается сейчас. Это белое метро! Машка, вышитое настроение из кожи. А ты знаешь, сколько стоит зеркало на него? Так на УАЗ. Подождите, они его вынимают. Так, а вот и 6 на 6, друзья. Был поломан он, починили. Починили. Смотрите, 6 на 6. Сегодня ассортимент.
6 на 6. Если вы здесь поломаете, не рекомендую звонить по этому телефону, они до вас не доедут. А! 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 Раму можно сверху нацепить? Беру, Юр, за раму сверху, подожди. Не надо за раму. Руслан, не надо. Не надо, Руслан, не надо. Луаз нормально держится. Луаз на крыше у нас стоит. Так, 6 на 6, самое интересное сейчас. Это Луаз мой, Луаз я взял на покатуху. Ну все говорят, цепляй за раму. 6 на 6. Красиво. Бородач меня вынимает. Так, все, меня достали. 6 на 6, кто не верил в нее, пожалуйста. Это сила реально. Красавчики. Альфа просто красавчики. Да, 6 колес. Что, вы починились? Да? А что было? Фланец? Фланец разорвали или ж? Не разорвали, разорвало резьбу. Гайка раскрутилась. А, гайка раскрутилась. Сорвала резьбу. А, сорвала резьбу. Так а как вы починили? Резьбу новую нарезали? Нет, да. Да ну не гони. Болгарку попросили. О, Лёч! Какие у меня глаза плачут! Залай! Так вот, ребята, фланец. Блин, ты на хвостовике, на хвостовике. Там более потом видео посмотрите. Мы только приехали, уже она стояла поломана. Ну как ты, нормально едет, да? Ну на заднем. Для заднего неплохо. Едем к Гольфброду. Гольфброд дальше. Лянча была последняя, уже первая. Там очень быстрые ребята. Что, едем к Гольфброду?